Пошел, давай. Морской флот. Ох, тихо. Ну, слушай, ну нормально, рыб. Ты подсак взял? Очередная рыбка. Ну, правда, у меня сегодня всех больше, чем у Димы. Тюлени тут плавают, уважаемые друзья. Смотри, что творит. Вот, 42 грамма я ставлю, сейчас 15 метров глубина. По сравнению с тобой, видишь, какая? Ты видел? Падает. Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня небольшой отчетный видеоролик, так сказать, о рыбалке, которая состоялась в ноябре месяце на Балтийском море. Ловили мы треску, ловили мы, может быть, немного, но есть определенные нюансы, которые кому-то, может быть, будут интересны. Так что посмотрите, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, лайк. Застрой идет, все для людей, пожалуйста, море, дом, все прям рядышком. Слов нет. Да, Дим? Ну да. Такой, да. Давай. Дим. Вот, Саня. Привет, Дим. Помаши руку. Да. Все, давай. Итак, дорогие друзья, вот мы практически вышли. Так, уважаемые друзья, мы на море. Это ж ноябрь месяц, все хорошо. Люди выходят. Мы тоже сейчас пойдем искать рыбу. Ну что, вперед, Дим? Так, дорогие друзья, ёшкин. Ну такой штиль, конечно. Что за, кидаю? Да, Дим, расправь его только. Вот, дорогие друзья, якорь. Лично сделан моей женой, ну, при помощи меня, как говорится. Так, а что я сегодня буду ловить? Вот у меня спин обычный такой судаковый. Тестом до 15 грамм. Морковочка так называемая. Шнур 0,14. А сколько ты вешаешь будешь, скажи, голов? Я думаю, 40 где-то. До 15 грамм. Вот. Буду 40-овые головки, полтосики вешать. То есть, если потихоньку бросать их, то спиннингу, в принципе, ничего такого серьезного не должно. Рассмотрим мою оснастку. Вот, 42 грамма я ставлю, сейчас 15 метров глубина, бацаю резинки. Ну, тут Дима, конечно, вот эти вот резинки, они гораздо интереснее, вот они потом разобрали их всех уже. Главное, чтобы размашистые были. Приманки крупные относительно. Начнем. Такие же проводки, как и на судака, ничего здесь такого сверхъестественного нету. Проводочка, пауза, стучок, проводочка, пауза, стучок, дно. Главное, чтобы приманочка стучала там. Это не сесть под воды, ничего себе. Видим, с под воды вылетели все. Подводные лодки. Сколько толчков, поклевка была. Одна за одной я сходил, а сейчас... Нифига себе, смотри. Резина работает, да. Ну вот она может начинает только просыпаться, рыбка в целом. Ну, слушай, ну нормально, рыбка. Ты подсак взял? Молодец. Вот так вот, дорогие друзья. Так вот, ребята, Дима наконец-то нашел свою рыбу. Наконец-то. Давай посмотрим. Ты клевала как. Не знаю, что там. Да? Маленькая. Оп. Малыш, пусть живет. Ничего себе. Сейчас посмотрим, что там. Зачетная, думаешь? Так, уважаемые друзья. Вот он изгиб, как говорится. Гитары желтый. Ничего себе там. Вообще не поднимается, да? Вот, напротив города. Прям. Вон рыбка. Ну такая. Пойдет. Пойдет. Морду замотал ей шнуром. Да. Ну, о, у меня там тоже что-то. Сейчас 9, наверное, да? 9-10 утра, как будто сейчас темнеет через несколько минут. Такая на улице облачность сильная. Ну, ноябрь он такой, день быстро кончится. Клев пока слабенький. По одной выковыриваем, если только... О, побольше, да?
Ну, наверное. Мелкая трясочка у нас. Ничего эксклюзивного пока не было. Стоим на 14 метрах. Вот, голову у нас 40-50. Вот, потихонечку, так сказать, ловим. Хорошо, что здесь никого нету. Здесь вид две лодки сёрлись. Ну да, конечно, место проигрывает. Ну та трясочка небольшая попалась. Хотели бы вот с Димой поделиться с вами вот удовольствием. Не то, что прям вот рыбы там много мы ловим, а вот такое дикое удовольствие от того, что мы на море находимся, что рыбка чуть-чуть поклевывает. Видим берег, видим дома, строения. Да. Такой какой-то дикий кайф. Тишина, тепло, ноябрь. Все такое серое, знаете. Серое, но приятное на ощущение, там даже где-то проскальзывают какие-то нотки синего неба немножко, вот серости. Ну то, что не штормит, наверное, это уже кайф. Да, у нас редко, когда ветров не бывает. Да, вот видите, вы сейчас только что заметили поклевку, дорогие друзья. Да. Да? Ну-ка. И ловит. Молодец, Дима. Ничего себе. Давай, на крылья переста так надо. Смотри какая. Воды ловит, знаешь. Редко на место. Ух ты! Что ты привет? Смотри. Вообще не поднять, посмотри. Да, да. Ну как ты кал, что ты не видишь, что ли? На месте стоит. Давай, смотри. Да. Толстенькая. Да. Как ты. Ох ты! Дорогими. Спиннингами. Вот так вот выглядит наша трясочка, посмотрите. Усик у нее знаменитый. Вот она им пробует все вот так вот, давай пошевели. Вот. Почешей бороду, да. Угу. Перед тем, как съешь ее. Вот такой вот у нее окрас. Интересный. Все, пожалуйста, к подругам. Ничего себе, как она насадилась там. Смотри, Дим. Вот там. Давай не выпустить этого. Это вот хорошая рыбка. Смотри, как размашисто она берет у меня. Вот на 16 метрах получше вроде, да, стала попадаться она. Чуть углубились мы. Потяжелее кто-то там, да? Ну вон, да, смотри какая. Смотри, как коровка идет. Смотри, Дим, как говорится, не то, что ты, блин. Ой, прям коровка там у него, да? Ну вот такая вот. Красавица, да, Дим? Да, толстенькая. Ну. Я люблю толстеньких. Молодец. Вот так вот, Дим. По сравнению с тобой, видишь, какая? Смотрите, как давай. Отыгрывает. Рыбка сегодня мне. Ух ты, ёшкин кот. Дима перестал вообще ловить. Я один. Это просто, конечно. Все, смотри, встал. Видишь, нас спалил какой-то товарищ он слева. Дима говорит, знает его. Да смотри, маленький, ну, да. Ну маленькая, вообще не поднимается. Смотри, что творится. Ух ты, ёшкинку. Это его запах, по-моему. Да? Да не, за рот, что-то хорошее. Так, ну, у страха глаза велики, как говорится. Но, тем не менее, вот. В рот все взяло. Да, все клюет нормально. Да. Она как стандартная сейчас вся. Да. Русская оборзевшая. Она. Оборзевшая, да. Только с креветкой подавала. О! Ё-моё! Да. Просто, так сказать, поопустил вниз, и у него рыба села. Вот иной раз, может быть, и не стоит делать какие-то дальние броски, когда рыба... Такой штиль, посмотрите, дорогие друзья, ёкарный бабай. И еще рыба к этому удовольствию. Ну как тут, как говорится, не запищать от радости. Очередная рыбка. Очередная, наверное, небольшая. Ну, правда, у меня сегодня всех больше, чем у Димы. Сейчас главное, чтобы этот бобер не всплыл. Не схватил. Четыре темнеют, да?
пару часов, ну, рыбалка есть еще такой. Тут ее не хватит. Есть. Родимая, родная. Да, клев, конечно, сегодня не ахти. Так, точечками находим по одной, по две рыбки. Ну, нам больше и не надо. Смотри как. Оп. Ну, самая большая сегодня, да? Да, трясучка не крупная, конечно. Вот. Что она съела, там не съела. Да, ребят, рыбка трудовая вообще сегодня. Еле-еле ее наковырял там. О. Да, рыбу приходится так выдрючивать, что слов нету. Смотри, что творит. Нихрена. Ну да, слушай. У тебя все хорошие. Да? Не, ну у меня все хорошие, смотри. Их спину вообще. Бабай, когда ты поднимешься там уже, а? Смотри, как долго. Да ёшкин кот. Нормальная рыба. Что такая вылетает из моря. Знаешь, стоять надо. Дим, смотри. Больше, чем ты. Ну что, закончили мы рыбалку сегодня зимой. Сумку вот, сейчас чуть-чуть покажу, сколько мы поймали. Поймали мы там, да, порядка... Пожарить хватит. Пожарить нам хватит, да, много нам не надо, поэтому... В целом все было хорошо, погода особенно. Ноябрь месяц, все классно, все супер. Ловить можно, но, конечно, те количества, которые присутствуют на других точках, янтарных и других, там, так сказать, они несоизмеримо больше. Вот чайка тут нам машет руками. Все, так что, дорогие друзья, спасибо, что смотрели. Мы показали вам какой-то минимум своего удовольствия, которое можно в ноябре в Калининградской области у нас поймать, получить. Так что все, всем добра, пока-пока. О! Ты видел? Падает.